Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 19 сентября». Буквально 5 минут назад появилась информация о том, что в Одессе на улице Глушко, многоэтажке, начался сильный пожар. Причина возгорания на данный момент неизвестна, на место уже приехали пожарные. Также появились видео с места событий, и помимо того, что пожар, слышно, как в квартире что-то взрывается. Два раза прозвучал сильный взрыв. Видео с места событий есть в моем телеграм-канале, ссылка на него в закрепленном комментарии под видео. Что происходит, пока нет подробной информации, как только она появится, сразу же вам буду сообщать. Но взрывы довольно-таки сильные, прям в квартире видно, во время взрыва так идет вспышка огненная. Я на связи. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи. Всем пока.